И к другим темам выпуска. Новый аграрный сезон для одного из хозяйств Пинского района станет особенным. Здесь уже реализована первая очередь пилотного проекта по переводу существующей мелиоративной системы из осушительной в осушительно-увлажнительную. Благодаря каким мерам изменится процесс и результат заготовки кормов, узнавала наша съемочная группа. Объект реконструкции – проблемный участок мелиоративной системы Местковичи, используемый в основном под пашню сенокосы. В период паводка часть полей здесь постоянно подтапливалась, вода застаивалась, из-за чего сельхозработы задерживались на 2-3 недели. При этом засуху, которая на полесье может прийти несколько раз в году, система, настроенная только на сброс воды, не справлялась. Влаги, особенно в нужный вегетационный период, не доставало критически. В итоге кормов не добирали из-за низкой продуктивности. Всего 31 центнер кормовых единиц гектара. Мелиоративная сеть была реконструирована первый раз 40 лет тому назад. Она претерпела сегодня как и моральный, так и физический, будем говорить, износ. И, в принципе, того времени она работала на осушительно-увлажнительную систему. А на сегодняшний день нам нужно сберегать влагу, просто нам необходимо в осенне-летний период. Из-за засухи были определенные недобор сегодня урожая в растениеводстве, как и по зерновым, так и по травам. Для Сергея Шаломицкого приведение в должный порядок более 200 гектаров земли веренного ему хозяйства означает повышение эффективности, в первую очередь, в растениеводстве. Цель – увеличить продуктивность осушенных земель до минимум 45 центнеров кормовых единиц гектара. Повышение показателей выхода центнера кормовых единиц одного гектара, что в дальнейшем производство продукции растениеводства должно дать положительный эффект в животноводстве. На 2024 год мы уже запланировали там высев и зерновых, и кукурузы, и сенокосов. И надеемся, что урожайность нас порадует в связи с вводом этого проекта в эксплуатацию. Проект стоимостью почти 680 тысяч рублей и сроком окупаемости чуть более 4,5 лет был разработан по поручению заместителя премьер-министра Леонида Зайца и заказу Белводхоза в июле прошлого года. Первая очередь реконструкции прошла в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы и под программу развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Чтобы справиться в срок, 3,5 месяца мелиораторам пришлось работать, не считая с погодными условиями. На данном объекте выполнялись и выполняются работы по устройству закрытого дренажа 2,9 километра, устройство копаний 4, в количестве 4 штук, устройство колодцев-регуляторов с закрытой сетью сбросными коллекторами, где идет регулирование увлажнительной системы. Для данной нашей организации объект был первый, но по сложности никаких сложностей в этом данном объекте мы не ощутили. Все эти меры позволят задерживать недостающую в сезон влагу. Всего на этом участке было построено 11 водорегулирующих сооружений. Кроме этого, на объекте осушили локальные участки повторно заболоченных земель, ликвидировали вымочки общей площадью 41 гектар, расчистили от деревьев и кустов 213 гектаров земли, часть каналов засыпали. За счет увеличения длины полей создали условия для применения широкозахватной высокопроизводительной техники. В результате увеличилась как общая площадь мелиоративной системы, так и площадь увлажнения с 36 до 122 гектаров. Татьяна Бадгусаим, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».